Пример, на котором все обосрались, 22-е задание ОГЭ. В этом году ОГЭ оказалось не без сюрпризов. Во-первых, хочу поставить памятник всем тем, кто ждал новый видос по ОГЭ. Что по поводу примера? Ну, вот такой вот график пока что особо нет желания рисовать, потому что смущает модуль. Давайте для начала уберем этот модуль и построим график функций без него. Это обычная парабола. Сейчас я вам расскажу самый простой способ, как нарисовать параболу. Для начала закрываем минус 5 и 3 раза проговариваем заклинание. Ебаное ОГЭ, ебаное ОГЭ, ебаное ОГЭ. Вуаля! Ладно, на самом деле, после того, как мы закрыли минус 5, смотрим, чего не хватает, чтобы была полная формула либо квадрат суммы, либо квадрат разности. В данном случае не хватает плюс 4. Тогда была бы формула x плюс 2 в квадрате. Но у нас этой четверки здесь нету. Поэтому мы должны будем еще ее вычесть и дописать пример. Получается, по итогу вот это вот мы сворачиваем, а это вот считаем. Такую параболу намного проще рисовать. Давайте это сделаем. Мы сразу видим вершину нашей параболы. Она смещена на 2 влево и на 9 вниз. Теперь просто вместо x подставим несколько точек и нарисуем наш график параболы. Это несложно. Такой вот график могли бы нарисовать даже фанаты Жени Лизогуба. А вот всех смутил вот этот модуль. Что произойдет с графиком? На самом деле все очень просто. Вы знаете, что модуль превращает любое число отрицательное в положительное. Например, в точке, где x равен 0, у нас y равен минус 5. Значит, эта вот точка минус 5 превратится в точку 5. Соответственно, можем сделать вывод, что каждая точка по y, которая отрицательная, а y это значение вот этого вот выражения, которое как раз таки превращается в положительное, соответственно, будет зеркально отображена относительно оси x, то есть станет положительной. То есть, например, минус 5 стало 5, точка минус 1, минус 8 станет минус 1, 8. Получился вот такой вот график. Все, что выше, нет смысла рисовать, там будет ничего особенного. Вопрос, какое наибольшее число общих точек график нашей функции может иметь с прямой параллельной оси абсцисс, то есть с вот такой вот прямой. Максимальное количество точек, получается минимальное там где-то 2, ну максимальное получается 4. Соответственно, ответ будет 4. Если это видео наберет 500 лайков, будут еще видосы по ОГЭ. А так, подписывайтесь на канал и спасибо за просмотр.